Пошли зайдем в китайский театр. Пошли, заходим туда. Руки всех известных артистов. Это актеры. Пошли померяем руки. А ну пошли найдем, где подойдет. Ну, нигде не подходят ваши руки. Кто это? Моя рука подходит. У этого актера очень маленькие руки, видишь? А это Ширли Темпл. Руки почти как у Майкл Джексон. Аж страшно. А вы встаньте втроём. Фонтанчики. О, точно. Холливуд знак. Я вижу. Смотри, какой огромный лифт. Интересно, сколько человек сюда поместится? Да, нам, по-моему, здесь и нельзя кататься. Последний. We'll be right back.
А там это поезд? Хочу спуститься посмотреть? Да, не стань сюда, да. Там поезд. Интересно, как далеко нужно идти под землю? Здесь уже не как у нас в Ванкувере, не над землей, а под землей метро. Я слышал, что оно двухэтажное, вагоны. Как ты пройдешь? А, поезда так. Не попадешь. Отсюда метро не видно? Отсюда метро не видно. На целый день 7 баксов, на 7 дней 25. А туда и назад 3,50. Не получилось у нас на метро прокатиться. Себя разворачиваться. Мы тоже и парковались на Highland. Точно тут же. Точно тут же? Точно тут же. Я помню, мы этот перекресток переходили. Когда они вырастут, мы с ним поедем в Бакс-музей.